Тем временем осень усиливает похолодание. В Челябинской области уже выпал первый снег. Его наблюдали жители Челябинска и Златоуста. Видео снегопада и засыпанной снегом травы южноуральцы делятся в социальных сетях. Мокрый снег выпал и тут же растаял в Челябинске. Его успели заснять местные жители рано утром и после обеда. А вот на трассе рядом со Златоустом снежный покров застал врасплох автолюбителей. Его толщина достигла почти 10 сантиметров. Я не очень люблю зиму. Это потому что надо перебывать также шины у машины. Это не очень затраты большие денег. Все это не очень. Как для меня, как для девушки, для автолюбителя. О дальнейшем ухудшении погоды предупреждают и в МЧС. Вместе с осадками прогнозируется и снижение температуры. Так уже этой ночью ожидается похолодание до минус 3 градусов. Целые сутки будет идти снег, а вот днем может потеплеть почти до плюс 7. Это опасно возникновением наледи на дорогах. В следующие дни столбик термометра будет также опускаться ниже 0.